Приветствую всех, кто зашел на мой канал. В сегодняшнем видео будет обзор покупок и цен из магазина «Светофор». «Светофор» – это сеть магазинов с низкими ценами. Если вам нравятся видео подобного плана, оставайтесь со мной. Пакеты для запекания с клипсами. В упаковке их 4 штучки, размер 30 на 40 сантиметров. Предназначены для запекания продуктов в духовках, духовых шкафах и микроволновых печах в режиме СВЧ. Подходят для замораживания продуктов. Стоимость таких пакетов 15,50 за упаковку. Пищевой желатин. Линия продукта «Солнечный остров» в упаковке 50 грамм и стоит такой пакет 28 рублей 50 копеек. Несколько пакетиков ванилина. Мастер Дак. Вес упаковок 15 грамм и стоят они 7 рублей 50 копеек. Также Мастер Дак дрожжи. В пакетиках по 8 грамм они расфасованы. И стоимость каждого пакета 3 рубля 50 копеек. Эти дрожжи быстро растворимые. Смесь трапеза на второе. Это спагетти с соусом карбонара. На пакете указана пищевая ценность. С обратной стороны способ приготовления. Также написано «Всегда вкусно, только натуральный состав и доступная цена». В пакетике 22 грамма, стоимость 19 рублей 90 копеек. Азер-чай, черный байховый с бергамотом. В упаковке 250 грамм, стоимость 94 рубля 90 копеек. Черный листовой чай Акбар «Корабль» весом 350 грамм, стоит такая упаковка 162 рубля 90 копеек. Яблочно-виноградный сок, литровые упаковки по 26 рублей 50 копеек. Также сок в более маленьких упаковках, здесь по 0,33 литра. Яблоко с персиком и осветленное яблоко. 100% качество, без красителей, без консервантов, очень хороший сок. Стоимость таких упаковок по 21 рублю 90 копеек. Как всегда, взяли приправы мельнички, эстетика вкуса, вес в них разный. 40 грамм, от 40 до 65 грамм. Приправ там выбор большой. Приправа букет перцев. Приправу для мяса взяли. Смесь чили перцев. Французская приправа. Итальянские травки. И черный перец горошком. Очень ароматный. Стоят такие мельнички 40 рублей 90 копеек. Кисловодские спагетти. Сила природы. Это группа А в упаковке 900 грамм за 38,90. Также взяли консервы, бычки обжаренные в томатном соусе, в баночке 185 грамм за 27,90. Корюшка в томатном соусе, не разделанная с овощным гарниром, в баночке 240 грамм по 25,50. Килька неразделанная в томатном соусе, 235-240 грамм в банке по 17,90. И натуральная сайра с добавлением масла, 240 грамм в банке по 42 рубля 90 копеек. Столовое вино, полусладкое белое, Татьянин день, 0,7 литров за 96,90. Черноголовка, газированный напиток «Байкал», 2 литра по 49,90. Российский сыр, 274,90 за килограмм. У нас кусочек вышел на 482 грамма за 132 рубля 50 копеек. Царская трапеза, домашняя вареная охлажденная колбаса за килограмм 185,90. Этот кусочек вышел нам на 718 грамм за 133 рубля 48 копеек. 20% сметана «Белогорье»
ведерко 800-граммовое за 64 рубля. Картофельные чипсы со вкусом сметаны и лука и просто с солью. В упаковках по 80 грамм стоят они 24 рубля 50 копеек. Большой завоз посуды был, особенно стеклянных тарелок, разной глубины, разного диаметра. Я вот взяла тарелочку 220 мм из стекла, 42,90 такая тарелка стоит. Наборы с новогодними шарами, с рисунками. В упаковках таких шариков по 6 штук. Стоят они 77,90. Наборов очень много, шарики абсолютно разные. Выбор таких новогодних шариков в наборе очень большой. Все разных цветов, разные картинки, и с блестками, и просто матовые. В общем, пока что есть из чего выбирать. Такие наборы дождиков. В упаковке их по 5 штук продают. Разные цвета были: зеленые, красные, серебряные, золотистые, синенькие. Тоже есть выбор пока. По 26,90. Ширина 10 см, длина 100 см. Для декорирования очень классный дождик, хорошие упаковочки. Колготки Scarlett 20 Den. Выбор был большой. И цвета были разные, и размеры, двоечки, троечки, четверки, пятерки, в общем, любые размеры, какие хочешь. Стоят такие колготки в светофоре 43 рубля 90 копеек. Универсальные вискозные салфетки 30 на 25 сантиметров, в упаковке их 10 штук, стоят 21 рубль 90 копеек. Туалетное мыло земляничное, 180-граммовый кусок, за 19,90. Нитриловые перчатки, универсальный размер, в упаковке их 5 пар, и стоят они 31 рубль 90 копеек. Береги руки, работай в перчатках. По 36,50 такие гели для душа, 750 миллиграмм, здесь ягоды и мята. Ополаскиватели для рта, пол-литровые флаконы, по 32,90. Подробные обзоры с составом, кто производитель, у меня есть в предыдущих видео. Ссылочки будут в инфобоксе под видео. Кому интересно, переходите, смотрите. Вот такие покупки были сделаны в этот раз в магазине «Светофор». Если вы любите походы по таким магазинам, как «Светофор», «Маяк», «Пятерочка», «Магнит Косметик», «Леонардо», «Лента», «Ашан», если вам нравятся обзоры на покупки косметики, бытовой химии, товаров для рукоделия и творчества, обзоры на приобретенные продукты, бакалею, кондитерские изделия, формочки, на продукцию из лавок здорового питания и многое другое, то подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки и получать оповещения о выходе новых видео. Заходите в мои плейлисты и выбирайте интересующие вас темы. Более подробные обзоры из магазина «Светофор» у меня есть в предыдущих видео, где я рассматриваю, кто производитель продукции, где она сделана, какой состав, какие цены. Все ссылочки я оставлю в инфобоксе под этим видео. Кому интересно, заходите, смотрите. Спасибо вам за поддержку моего канала просмотрами, комментариями и лайками. Всем пока-пока, до новых видео!